Здорово, игроманьяки, и вас приветствует канал True Many Games. У микрофона Джейсон, и мы начинаем проходить дополнение к Last of Us Remastered Version под названием Left Behind. Оставленные позади. В этом дополнении нам расскажут, по-моему, предысторию Элли, как она со своей подружкой из цикад выживала, пока не встретила Джоэла. Кажется, так развивались события, но так это или нет, мы увидим прямо сейчас, как только закончится загрузка. Ну а пока я попрошу вас не забывать про лайки и оставляйте комментарии. Что? Цикады? Пригнись. Это что за уроды? Назад, говорю! Джоэл! Клади руку на плечо! Давай! Кажись, ушли. Джоэл? Джоэл? Черт! Джоэл, ну-ка! Вставай, вставай! Скажи, что делать! Давай! Ну вставай ты! Джоэл! А может быть, действие будет в тот промежуток, когда Джоэл был в отключке? Я думала, ты щелкун. Ну да, ржачно получилось. Ты же меня не убьёшь, правда? Мы с тобой не виделись. Уже даже не знаю, сколько. 45 дней. Ну, по сути, 46. Интересно, где я была? Все это время я думала, что ты погибла. Да. Вот, смотри. Не может быть. Ты все без соседки? Мне 3 года пришлось спать под лис, а ты знаешь, как от нее воняет. Ты цикада? Так и висит. Что? Куда ты пошла? Не хочу, чтобы меня застукали с цикадой. Расслабься. На этом этаже ни одного солдата. На, поздравляю. Эй! Без обид? Без обид? Я сбежала, и ты злишься. Но я могу тебе все объяснить. Только давай переберемся в другое место. Уже почти утро, и у меня начнутся учения, на которых нас учат убивать цикад. Хватит, надевай штаны и пошли. Нет, это все-таки предыстория. Я идиотка. Смелее. Мы с тобой хоть раз попадались? Блин. Ну хоть что-нибудь. Черт! О, сойдет. Так, давай-ка повернись. Здесь нам осветят, может, те события, которые происходили, Господи, с Джоэлом, пока приходила зима. Да нет, зима уже пришла, судя по снегу. Ладно, не буду я гадать, давайте просто посмотрим.
Я скоро вернусь. Обещаю. The Last of Us Left Behind. Чтоб никто не убежал. Так, ладно, порядок. Какой порядок? Ладно. Что-то у меня как-то с ХП беда. И куда мне теперь? Хороший вопрос. Наверное, надо было, конечно, наверх сразу бежать, потому что здесь лутать нечего. Совсем-совсем нечего. Хитс. И вот так вот ловко Элли забирается у нас наверх. Вопрос, а нужно ли ей сюда? В общем, куда нужно? Экскалатор, в принципе, тоже, по-моему, сюда ведет. Но пока ничего нужного и интересного я не вижу. Дверь не активна. Черт. Щелкуны. Сразу же. Где-то недалеко. Пока нам дают только... Аптека Уэстона. То, что нужно. Аптека аптекой. Где щелкуны? Может быть, щелкуны как раз там внутри и сидят. Ну, вроде не видно. Зачем мне фонарик здесь, по-моему, так довольно-таки светло. Она сейчас вытащит это и все упадет. Какого хрена? Таблетки сожрали, а пузырек оставили? Да ужас. Что тут? Ну хоть что-нибудь. Грязное чтиво и больше ничего. В этой коробочке тоже пусто. Ну конечно, все унесли. А здесь? Ну-ка. Я уже думал, там мужик стоит. Да, улов так себе. Что ж такое? Зато вот аптечка там есть внутри. Как мне туда попасть? Которая нам нужна. Нужен ключ. Где же мне найти ключ? Есть здесь работники? Какие-либо? Неужели придется выходить отсюда? Но, судя по всему, здесь больше ничего нет. Так, момент. Записка. Пожалуйста, прочитайте. Может, у него есть ключ? Спятил, напал на меня, пришлось ему врезать. Он без сознания заперт в магазине «Американская принцесса». По соседству помогите ему. Комбинация от замка 35-30-31. «Американская принцесса», значит, нам нужна. Это магазин. Пикситек. Нафиг нам не нужен никакой пикситек. Нам надо найти американскую принцессу. Вот она. Она прям по соседству.
Если он спятил, то, возможно, он уже превратился. 35 вправо, 30 влево, 31 и вправо. И представляет опасность. Значит, тут явно кто-то сдох. Если собираетесь на меня напасть, лучше давайте сразу. Вот и я тоже так думаю. Чё тянуть-то? Так, уже ножи не умеет создавать. И не нужны ножи, значит. Понятно. Ничего приятного и хорошего. Пока никого не видно. Кроме кучи-кучи спор и грибов, здесь ничего я не вижу. Но, возможно, фармацевт где-то сныкался. А, еще, возможно, он выскочит просто на нас в самый неподходящий или подходящий момент, по мнению разработчиков. Вот он. Тьфу, дрянь. Но мне кажется, он окончательно дохал. Только не оживай, только не оживай. Пусто. Ну, в общем, сейчас бы неплохо, если бы он ее схватил. О, ключ. За грудки. Так. Вот, он шевелится. Блин! Чтоб тебя, зараза! Да, это было страшно. Так, ключ, аптека, погнали. Прикольный фармацевт. Веселый был мужик. А, ну на то он информация действительно. А в этой профессии есть свои плюсы. А, черт. Ну вот. А что ты ко мне прям идешь? А зачем ты прям ко мне идешь? Иди куда-нибудь еще. А если здесь один? Пьем, пьем, все. Угроза позади. А вот аптечка. Пусто, черт твою мать. Так нечестно. Зачем же ты шумишь, Элли? Ты что, сдурела? О, армейский вертолет. О, как кстати. В нем должно что-то быть. Как кстати. Держись, Джоэл. У Джоэла нет другого выхода, кроме как держаться. Так, ну мы нырнули с другой стороны. Можно и в пикситек зайти. Да у нас выбора, наверное, нет. Придется заходить в пикситек. Там тоже можно пролезть. В принципе. Здесь, ну и что-то как-то здесь тоже не густо. В плане лута, я имею в виду. Что-то ничего не видно. Зато снега полно. Фу. Так, а ты кто такой? Что за записку? Мы нашли. Это салон. Армейский, возможно. Старший Уоррен, офицер Ларри... Уоррен, офицер Ларри Колфилд сегодня днем... пал смертью храбрых. Мы возвращались из карантинной зоны, когда с пациентом случился припадок. Вероятно, он заразился через споры. Почему? Потому что следов от укуса никто не видел. Пациент вырвался и бросился на пилота. Уоррен, офицер Шона Брэндона. Вертолет потерял управление и, как мы все понимаем, в общем, он грохнулся. Ниток нет. Ну, хоть и это оставили. Это ента аптечка.
собственно, там вертолет, собственно, чтобы к нему пройти, нам придется. Я даже не знаю, как к нему проходить-то придется. Ну, логично, если через это помещение. И здесь, конечно, закрыто. Здесь какие-то ворота стоят, которые, мне кажется, в принципе, там стоять не могут. Ну, рискнем. Джеренима! Быстрее! Сюда! А это уже снова воспоминание. Ого. Еще бы чуть-чуть. А ты быстрая. Это круто. Спасибо. Ну давай, побежали. То есть у нас тут две истории так, в одной. Как ты их нашла? Цикад? Да. Помнишь того парня, которого ты укусила и пушку забрала? Да, я его помню. Это Тревор. Короче, я его увидела на улице и решила за ним проследить. Он зашел в переулок, и там на меня набросились цикады. И утащили прямо к себе в логово. К Марлин. Страшно было. Да жути. Я думала, уж теперь-то она меня точно пристрелит. А она только спросила, чё так долго? Она меня ждала. И она сразу приняла тебя в цикады? Ну, типа того. Все, что было до этого, это, оказывается, проверка. Она испытывала мою преданность. А, идем. Да вообще мы как-то взяли. С кем ты похожи с Марлин. Не знаю. Да внешне. А как же Тина и остальные ребята? Как они там? Райли, они твои друзья. Но ты с ними общаешься? Ну, да. Куда мы идем? И зачем мы туда идем? Тридцать дней, ага. Люди заражаются каждый день, просто они это умело скрывают. Ты видела других зараженных? На обряде посвящения в цикаду меня заставили убить. Знаешь, давай лучше смотрим. Черт, прячься! Я напоминаю, что цикады вне закона. Это своего рода повстанцы. Прости, что-то я психованная. Которые по-своему пытаются. Слушай, наладить порядок. Может мне податься в цикады? И найти решение проблемы спор. Я об этом Марлин первым делом и грибов. Спросила. Она хочет, чтобы ты сидела в этой дурацкой школе. Даже сказала, чтобы я к тебе не ходила. А ей-то что? Боится, что втяну тебя в неприятности. Эй, помнишь, как я тебя сюда привела? Зачем мы сюда залезли, Райли? У меня для тебя сюрприз. Какой? Это тот самый Дагустантор, что ли? Может. За динозавра я тебе все прощу. Подожди, скоро увидишь. Знаешь, они уже были у меня в руках. Наши ружья? Гонишь. Не поверишь, что капрал Мудозвон их тебе отдал. Нет, конечно. Я пролезла в кабинет. Так вот, я схватила их. Но тебя сцапали. Но меня сцапали. Как это мило. Да, это точно тот самый. Не верится, что Уинстон умер. Торговый центр. Уже знаешь? Да. Что с ним стряслось? Говорят, свалился с лошади. Инфаркт или типа того. Блин. Хотя многие сейчас умирают от старости. Я таких не знаю. Вот-вот. Посмотрим, что он оставил. Что? Это Уинстон? Да он раньше был красавчик. Ух ты! Будешь? Да, хрен с ним. Давай. Ты смотри, это не пиво. Ага. Ни хрена себе.
На, вот гадость. То-то. За Уинстона. Так, как пропаганда делать? Алкоголя несовершеннолетним. Давай. Карается по закону, значит. Да ни хрена пропаганда не карается. К сожалению. Или к счастью. А с принцессой что? Ну, я думаю, кто-то ее себе забрал. Бедная лошадка. Небось, не поймет, что случилось. Да куда ж мы идем-то? Лошади умнее, чем вы думаете, девчонки. Они все понимают. Элли, помоги поднять. Ненавижу тут лазить. Всегда боюсь, что нас сейчас завалит. Ерунда. Я первая. Знаешь что? Давай поищем другой путь. Да. Хорошая мысль. Ну, нашли другой путь. Эй, Райли. Слушай, я тебя подсажу. Попробуй открыть с той стороны. Вариант. Тик. И... Райли! Ух ты! Дура! Второй раз за сегодня! И как мы раньше это место не нашли? Так, я нашла маску прямо для тебя. Райли! Идеальную. Посмотри. Это что, у тебя типа оборотень? Надень-ка. Тупость. Да, крутяк. Порычи. Элли, не тупи. Рыкни по-настоящему. А, надо часто нажимать. Надо собраться с силами. Другое дело. Давай глянем, что тут еще есть. Давай глянем, что здесь есть. Да ни хрена здесь, я чувствую, нет. Сколько тут всего. Да обычный магазин приколов и ужасов. Глаза. И что, люди это покупали? Не врубаюсь. Че не врубаешься? Искусственные глаза. Прикольно. Смешно. Вау. Это было тупо. Ага. Головы, головы. Так, ну и чего мы еще тут можем найти? Вот что-то там было еще. Другая маска. Какой-то страшной ведьмы. Или орка. Хэтс, как тебе? Ха-ха-ха-ха, серебряные башмачки. Что ты с ними сотворила? Ох, Татошка, что же нам делать? Ржака. Обхохочешься. Классный прикидос, по-моему. Скелет-пророк. Задай ему вопрос, если осмелишься. Ладно. Мы сегодня умрем? Ничего. Что за фигня? Переверни, слышь, балда. О, похоже, ужасно маловероятно. А, фу, слава богу. Ну, я даже не знаю, а зачем мы сюда пришли? Просто поразвлечься? Ну да, логично. Зачем еще?
Мы могли сюда прийти. А что ты там ищешь? Ну, продолжим, наверное, уже в следующей части. О, у меня мысль. Какая такая мысль? Узнаем в следующей части.